Привет, друзья! 16 февраля 2018. Неделю назад я вот снимал масленицу, так сказать, на Манежной, вот там все дела. Там спросили, а был ли я на Тверской, ну вот решил сходить посмотреть, что здесь происходит. В общем, какое-то унылое совершенно зрелище. Погода такая мерзкая, мелкий снежок падает, холодно. Никого, в общем-то, нет, вот скучают организаторы. И редкие-редкие люди, которые заходят. Ну, понятно, что рабочий день, пятница, это понятно, но с другой стороны, раз они организовывали это в такое время, значит, рассчитывали на что-то. Пойдем дальше, там, Марк, аккуратненько, Марк, обходи. Пойдем, посмотрим, кто-то играет. Замечательно, ландыши, весна. А это прям какие гигантские ландыши. Я бы так назвал их. Мастера. Я думал, это мастер какой-то, оказывается, так. Торговые ряды тоже, в общем-то, через один работают. И очень, надо сказать, подходит такое вот заунывное пение. Очень, очень в тему. Спите, пожалуйста, горячий чай с малинкой. Можно? Здравствуйте. Какой снег посыпал, а? Все отлично. Вот они изображают, что им очень здорово и весело здесь. Ах, ну ладно. Не знаю, может быть, завтра в субботу будет, конечно, повеселее. Но пока уныло, холодно. И, на мой взгляд, не слишком-то интересно все это.
Так, ну все, я даже не буду продолжать. Это будет, можно рассматривать, так сказать, это как ответ к тому, кто там просил или спрашивал, как обстоит дело на Тверской. Да-да, так вот плитка лежит. Прямо напротив Тверской 13. Представляете себе, о чем говорить в других местах, да? Если даже здесь вот так вот. Ну, на этом я и закончу.